И вот что еще нужно сделать с виноградом. Вот смотрите, у нас был с вами пост, когда я укрывал осенью виноград шифером, и вот эти щели, ну, я присыпал органическими остатками, ну, скажем так, мульчей. Ну, чтобы не сильно мороз туда заходил. Хотя он и так зайдет. Это, ну, это все байки. Так, что сейчас нужно сделать? Вот. От края шифера, если у вас лежала мульча, нужно отгрести. Вот видите, я грабельками сгреб. Ну, чтобы воздух заходил туда, лоза не мокла, хотя она выпрять сейчас не может, потому что еще холодно. Но все равно, чтобы была надлежащая вентиляция, вот, чтобы лозы высохли, ну, и не поселился на лозах какой-нибудь грибок. Сейчас вот здесь оттает тоже снег. Вот, я эту мульчу отгребу от края шифера. Ну и пусть там гуляет ветер. Больше ничего пока делать не надо. Открывать не надо. Вот, ну, я открываю где-то, знаете, когда? Ну, приблизительно в середине апреля. Ну, смотря по погоде. Вот какая будет погода. А так вот это нехитрое действие отгребания мульчи от шифера благоприятно повлияет на виноградные кусты, на виноградные лозы. Сделайте, пожалуйста, это действие, если вы закрывали по краю шифера какими-то органическими остатками. Эти органические остатки можно собрать, вот, и уложить в делянки. Ну, куда хотите. Хотите, вот, у меня вот есть делянки, если вы помните, был пост о пересадке яблонь. Можно вот сюда положить. Можно капустную делянку положить. Можно вот сюда положить на листву, чтобы ее ветер сейчас не гонял весенними ветрами. Можно сюда. Можно вот, пожалуйста, картофельные делянки. Это вот у меня такие широкие я сделал. Да куда угодно. Мульча, она и в Африке мульча.